12 июня стало известно, что в доме Дмитрия Галкина, старшего брата шоумена Максима Галкина, прошли обыски. Сутки спустя стало известно причина неожиданного визита правоохранительных органов. Источник сообщил, в шикарный дом на Рублевке к брату Максима Галкина пришли из-за двойного гражданства. Бизнесмен, как оказалось, не предоставил документы в миграционную службу о том, что у него имеется израильский паспорт. Силовое ведомство приехало в дом к 59-летнему предпринимателю, когда выяснилось, что он может скрывать данные. Его подозревают по статье за неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина России гражданства иностранного государства. Пока что проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. К слову, Дмитрий Галкин до 2017 года был генеральным директором ООО «Военно-промышленная компания», а сейчас в реестре юридических лиц бизнесмен проходит как соучредитель ООО «Оружейные мастерские». Эта компания является крупным подрядчиком Министерства обороны Российской Федерации. Пока что к деятельности Дмитрия, которая касается военного ведомства, нет вопросов.